Я вам расскажу, как же у нас появились наши любимчики Жужа и Рокки. Рокки. Сразу скажу, что до Жужи и Рокки у нас морские свинки не жили никогда. У нас были хомячки, и королевские, и джунгарики, и сирийские, был кролик, крыска. Ну и для Маши самым любимым ее питомцем была крыска. Ой, руки умываются. Так вот, для Маши самым любимым питомцем была ее крыска. Она с ней не расставалась, постоянно носила на плече, но крыски уже давно нет. Ну и если вы заметили, то Жужа мордочкой очень похожа на крыску. Да, Жужа? Я думаю, именно поэтому Маша выбрала Жужу. Итак, мы нашли Жужу в зоомагазине. Искали мы ее долго. Я уже говорила в прошлых видео, что Маша хотела короткошерстную, такой расцветки, поэтому нашли не сразу. В зоомагазине Жужа была не одна, там были еще морские свинки, и они жили с хомячками. У нашей Жужи был самый нормальный характер. Она спокойная, ела себе, ходила туда-сюда. А остальные морские свинки дрались с хомячками, там что-то с ними не поделили, гоняли их, визжали. В общем, мы понаблюдали, Жужа нам понравилась, и мы ее купили. Ну и дома уже обустраивали уголок нашей Жужи. Нам очень понравилась морская свинка, это вовсе не хомяки, которые шумят, могут укусить. Это не кролик, которому нужна огромная клетка, и кролик линял. Хотя кролика мы тоже очень любили, он был такой у нас, он тоже был нашим любимчиком. Но Жужа очень миленькая, она общается, никогда не укусит, любит сидеть на руках, не убегает. То есть с ней можно сесть перед телевизором или с книгой, взять ее на ручки, погладить, расслабиться. Морские свинки очень хорошие питомцы. И через время мы решили завести еще одну свинку и подружку Жужи. Потому что каждый из нас хотел погладить Жужу. В общем, нам не хватало еще одной морской свинки. И мы поехали в зоомагазин. Там были 4 морские свинки. В зоомагазине мы узнавали у них новое пополнение каждый месяц, раз в месяц. И среди свинок был наш Рокки. Жужа у нас аккуратистка, она такая беленькая, миленькая, а Рокки это полная противоположность. Он черный, непонятный комочек шерсти. Мы его называли и наша тряпочка, и наш папа его называл мочалочка на ножках. Короче, мы в него просто влюбились, он смешной, выглядывает бусинками из-под челочки. Не взять его было невозможно. Хотя мы ехали за девочкой, но Рокки нам так понравился, что мы купили хоть и мальчика, и мы понимали, на что идем, но теперь он живет у нас. Его тоже привезли в коробочке. О, вот в такой коробочке. Вот. Такие коробочки для перевозки животных в магазине. Вот. Мы его выпустили погулять, потом выпустили Жужу. Они очень быстро сдружились и живут теперь вместе. Вот так у нас появились наши любимые питомцы.
Мы очень рады, что решили завести именно морских свинок. Рокки, иди сюда. А в следующих видео я расскажу, как мы выбирали имена морским свинкам. Так что, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео.